Петров, здравствуйте. Здравствуйте, я хочу узнать, велосипеды у вас купить можно? Велосипед. Велосипед, да? Да. Сколько будет стоить взрослому дяде велосипед, дедушке? Они у нас от 21 000 и выше идут. 20 там скоростной, да, будет такой, колеса большие, правильно? Ну, колеса, да, у него высокие идут. По передачам, по-моему, 21 скорость. Там 7 сзади вроде как. Сейчас посчитаю. Ну, мне дедушке, ему 54 года. Ну, подойдет такой ездить? Алло. Сложно сказать. Ну, не, он я просто... не совсем просто... Он у меня так-то, у него не совсем велосипед понимаю ваш вопрос. Был, не, просто я хочу спросить, он так-то у меня умеет ездить, у него был велосипед старенький, сломался. Я ему хочу вот подарок сделать с мамой, купить ему современный велосипед дедушке, подарок сделать. Ну, подойдет, да, он ему по размеру? По размеру нужно знать рост, у него, чтобы подобрать размер. У него 1,90 м где-то. 1,90 м? Да. Сейчас посмотрим. Посмотрите, пожалуйста. Так, у нас, получается, самые большие идут для людей 1,70 м, 1,85 м. А, ну вот как раз подойдет ему. 1,85 м. Да. Он у меня ВДВшник. Да. Можно только, ну, приехать сегодня купить у вас? Наличие есть? Да. Ну, хорошо. Можете приехать как раз вживую, посмотреть, как он выглядит. А какой цвет там определиться? Какой цвет? У него идет темно-синий. И, по-моему, еще есть чисто такой в сером цвете, как серебристый. А вот серебристый ему нравится, серебристый. Так, а можно мне попросить, чтобы он без седлушки был? По седлушке? Ну, чтобы седлушку снять с ним. Чтоб один шпиль остался. Ну, именно самую мягкую часть снять. Чтоб труба осталась. Да. Ну, они съемные, да все равно. Не, мне не полностью его вытаскивать с трубой. Именно трубу оставить, самую мягкую часть, на которую попой садится, снять. Именно труба, чтобы была от сидушки. Ну да. Можно, да, это будет... Труба под сидушкой? Да, которая под сидушкой, прям трубу оставить. Ну, у нас вот идет труба, на которой крепится седло. Ну вот, а вы седло снимите. Седло снять можно. Это скидка какая-то будет? Поменьше стоит, наверное, да? Скидки у нас нет. Цена велосипеда 21 000 рублей. Как вот заявлено. Не, а сидушку, чтобы вообще нам, ну, не нужна дедушке. Вообще ее снять. А, если сидушку пошире, у нас сидушки отдельно продают. Не, пошире не надо. Вообще не нужно седлушку. Просто трубу оставить вот этого с подсидения, чтобы она торчала, и все. Можно и так. У него, у деда, у меня ну, еще то есть одна, вы... одна нога. Он как бы так. Можно педаль одну снять? Педаль одну снять. А какую педаль? Правую. Ну, как вы правую педаль снимете? Не, именно саму вот эту педаль. Ну, в смысле, саму... Которая крутится, да, пластиковая. Саму педальку, да. Да, ее снять тоже можно. Можно вместе со втулкой, чтобы не было. Просто, чтобы пустота была. Можно будет снять пластиковую педаль. Педаль, на которую ставится нога. Можно будет ее снять. А у него нет велосипед, он идет полностью разборный. Ну, ставить туда. Уберите полностью, вот он обидится. Подумаешь, что типа смеемся над ним.
Уберите полностью оттуда эту педаль вместе с втулкой, как будто там и не должно быть педали. Ну хорошо, вы лучше когда приедете, вы посмотрите, определитесь. Но вы это Вы нам быстро скажете, вообще что вам нужно снимете? будет сделать. Ну смотрите, педаль снять мы можем. То есть у нас есть инструменты. Седло снять тоже можем. Инструменты у нас также есть. То есть если дело в том, ну, в том, что просто что-то снять, мы можем это сделать спокойно. Это немного времени займет. Я понял, блин, а вы до скольки работаете сегодня еще? Сколько будете работать? Мы работаем до 7 часов вечера. До 7 часов вечера, да. Так, Да. ладно, М можно еще спросить? Да. Ладно, на самом деле ему велосипед и нахуй не нужен. Ему труба, из которого под сиденьем. Ему труба это нужна. Не совсем вас понимаю. Ему труба, Какая вам блин, труба нужна? которая под сиденье, на которое сиденье крепится. Ну, она есть, она стоит на велосипеде сейчас. Эта Нет, труба, она вам нужна? она нужна деду, труба. Ну, она Просто, есть на велосипеде. ну вот, я просто обманул вас, ему велосипед не нужен, ему труба нужна. Так ему велосипед или труба нужна? Так он хоть, ну я хотел велосипед сначала без сиденья взять. А тут я так подумал, трубу же можно одну взять, да? Можно отдельно трубу взять. Вот, он просто будет ее в жопу пихать себе. Старый пидорас. Он не давал мне на своем велосипеде кататься, а теперь у него сломался вообще. Я бы решил подарок сделать. Трубу в жопу пихнуть, уебачку вонючему. Рыцаря пройти не может, вообще долбоёб такой. Алло. А вот так вам труба нужна или что? Да, труба нужна деду моему, в Вот жопу его. труба есть у нас. Чтобы подобрать трубу, смотрите по диаметру, то есть нужно диаметр трубы замерить и длина, то есть какая вам нужна, там либо Так а как я 350 замеряю, блин? миллиметров, либо 450. Так а шо ж, как я же замеряю? Мне Ну. кажется, ну, потому что у него была такая труба, она там у него на велосипеде со свистом залетала. Я думаю, это тоже будет не хуже. Она же еще гладкая такая, лакированная вся, да? Но они разные бывают. Там нужно по диаметру в любом случае. Мы вам можем любую продать, но какая подойдет, мы не знаем. Ну, мне кажется, ему любой подойдет, вплоть до сотки диаметром. Хорошо. Есть, да? Да? Когда забрать можно? Когда угодно. А сколько В цена рабочее будет? время магазина. Цена Цена какая? от 1100 рублей. Да, а по скидке то, что дед без ноги. От 1100 рублей. А не, по скидке он же без ноги. Не расслышал. Ну, говорю, блин, у него ноги нет. Зачем такая цена большая? Ну, так выставляется она. А можно как-то там Товар сделать? стоит столько-то. Можно сделать, вот, допустим, как-то вот на велосипеде, чтобы когда он педали крутил, чтобы у него труба вот эта, которая под сиденьем, поднималась вверх-вниз. Ну, такие будут еще дороже. Ну, как говорится, ничего страшного. Мама, ну, мама, да, мама не против. Если такая труба, они у нас идут, по-моему, от 5000 рублей. От 5 тысяч? Да. Да не, в пизду, блядь. Я ему лучше тогда чопик деревянный в очко забью, блядь. Я понял вас, блин. Ничего там для меня по скидке не хотите продать. Но у нас нету скидок. Я ничего не могу с Ну, этим то есть поделать. от дедушки нету, да? Без ноги. Да, такого, к сожалению, не предусмотрено.
Ну хорошо, тогда я ему передам, как вы к нему обращались плохо. Он вам приедет, по морде даст. Хорошо. Все. Как тебя зовут? Сережа или Андрюша? Да, Ну как все. угодно. Все, блин, давай. Сиди там, бойся, козел. Вонючка. Восемь Так, тысяч меня пятьсот зовут Юрий, двадцать добрый два день, я вас плюс слушаю. 1 202 008. Алло, О, здравствуйте. Это зеленый крокодил? здравствуйте. Все верно. Зеленый крокодил. Мне велосипед нужен. Хочу вас купить. Приезжайте, Я выбирайте. дедушке подарок хочу сделать. Большой велосипед. Есть наличие? Конечно. Это же зеленый крокодил, правильно? Все верно. А почему он зеленый? Ну, а какой крокодил должен быть? Крокодил Гена в фильме вообще не зеленый. Ну, в фильме там человек, а Ну? у нас крокодил. А у вас крокодил там есть? Настоящий? Конечно. Нет, плюшевый. А, плюшевый. У меня тоже плюшевый есть. Так, по поводу велосипеда. Значит, мне нужен велосипед для большого взрослого деда 54 года. Чтоб без сидушки. Без сидушки, чтоб был. А как это без сидушки? Ну, чтоб просто этого мягкого вот этого не было. Чтоб труба торчала. Нет, такого нет у нас. Как нету? Без сидушки Ну нельзя вот так продать? нету такого. Без Ну, сидушки нет. Только а с деду сидушкой можем надо. продать, а там Не, а можно так, ну, чтобы нету ее такого у сняли? нас. Чтобы ее там сняли, когда я буду Ну вы уже большой? сами потом можете снять. Не, вы снимите, у меня нет ключей. А там ключ не нужен. Не, так она так снимается, из рамы вытаскивается, а вместе с трубой. А мне надо, чтобы труба Ну да. торчала. Я хочу, чтобы труба торчала. Да. Понятно. Понимаете, А о чем зачем я, вам да? так? Это дедушке такое надо. Он такое любит. Ну, Понятно. 54 года, блин, у него ноги нету. Поэтому даже можно одну педаль снять. Так это зачем ему тогда велосипед? Купить ему А ему мотоцикл. нравится. Он просто всю жизнь ездит только на велосипеде. Он спортсмен. Без ноги ездит. Ну, так у него другая есть. Он же одной крутит. Понятно. Он уже научился за долгие годы у меня. У него там деревяк он Ясно. приделывает. У меня деревяк он выпилил на фрезерном Ну, станке. берите деда с собой, приезжайте, выбирайте, какой вам понравится больше. Так а как он приедет, если ноги нет? Ну а как он будет на велосипеде ездить, если у него ноги нет? Так он умеет. Ну такси вызовите деда, посадите в машину, привезете, пускай он выбирает, какой ему понравится. Ну Ой, либо сами приезжайте. я вам честно скажу, честно. Он еще узнает, он мне пизды даст. Он мне прям пизды Да вы даст. что? Да. Потому что это Ну. подарок такой, типа, необычный. А еще он узнает, Ну что я хочу ему приезжайте без велосипед. него тогда. Реально? Приезжайте без него, выбирайте без него А как, подарок. ну а наличие есть, да, приехать сегодня? Да, полно. Конечно, приезжайте. Так, а можно такая, собственно, эта трубка, где сиденье, она была глянцевая, лакированная, и еще смазку для цепи купить дополнительно. Легко. И смазать И смазочек полно. трубку, смазать эту металлическую глянцевую, чтобы получше было. А там можете смазывать, что хотите потом ей. Да я не хочу, это дед у меня увлекается ерундой такой, у него простата. Все понятно. А есть вот эта такая трубка, которая вперед-назад двигается с пружиной? Нет, такой нету. Обычная, да? Такая статическая. А какой у него диаметр, не знаете? 25, там 30. Они там разные. Ну, смотря какой велосипед, там от 25 и выше, там, до 32. Мне максимально большую.
Ну, это надо по велосипеду смотреть. Какой выберете, там уже посмотрите. Слушайте, а можно так просто трубку одну купить с пружиной, амортизатором? Трубку? Нет, трубок просто с пружиной нету. Есть просто трубки без ничего. Нет, можно трубку просто купить. Тогда надо такую систему, чтобы он крутил педаль, и у него вот эта трубка ходила вперед-назад на подшипнике. Такой нету у нас. Это если... не тот магазин, видимо. Я только что понял. Блин, ну ладно, зеленый крокодил. Я тогда приеду скоро с мамой. Да, давайте, приезжайте. Если вы меня будем обманули, блин, я маме скажу сразу, она вам даст, блин. Что мы вас обманули? И насчет трубок, если там у вас нету с пружиной, я найду у вас там, то вы получите у меня. Хорошо. Все поняли, крокодил. Я маме сразу расскажу, блин, она у меня еще там, блин, забивная. Ждем вас с мамой, ждем вас. А вас как зовут? Чтоб я маме сразу сказала. Меня потом... Юрий. Юрий зовут. А меня Богдан зовут. Я Богом данный человечек. Понятно вам? Понятно, да, всё. Да, конечно. Ну все, крокодил, я сейчас маму разбужу, приеду. Она спит после пьянки. Давайте, ждем вас. Ну все, ждем вас. До встречи, все, целую. Да, всего доброго, до свидания. До свидания.